Всем привет! С вами канал Will of Play. Приятного просмотра! Мы приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон! Быстро и грубо, как мы вас учили! Во всем разобрались! Все знают, куда идти! Ура! Все готовы! Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем! Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Так, миссия боевое крушение. У нас тип скелета штурмовой. Усиленные прыжки, акустика системы приземлений. Ничего себе. Барсук 01 на связи. Держитесь, парни! Это что за аттракцион? Поехали! Как на учебе, Митчелл? По какой учебе? У меня не было на учебе. Это ж первая миссия. Вау! Это что, 3D-лифт? 30 секунд до точки входа! О, это все по-настоящему! А мы вверх летим или вниз? Увидимся там. Космонавт, зона снижения под мощным обстрелом. Мужик! Держись! Держись! Митчелл, закрой бронещиты! Давай, Митчелл, быстро! Утянись же ты! Чё за ручки короткие? Чуть бойца не потеряли. Меняю точку сброса. Приготовились! Давай другую точку сброса. Еще достань. Все небоскребы пересчитали. Ты как, цел? Митчелл, к двери. Да, весьма крепкая капсула. Давайте мы из нее никуда не пойдем. Ого! А просто открыть его нельзя было? Понял. Группа, не спать. Эй, просыпаемся. Осторожно. Черт. Черт. Так, нам надо оказаться внизу на земле и связаться с подрывником один. Понял, сэр. Ого, черт возьми. Так, ребята, это город Сеул, да? И Северная Корея решила напасть на Южную. Я так понимаю, мы пришли разобраться в этом деле? В чем проблема-то? Надо их помирить или что? Ш-
что-то они нас уже встречают неподобными. Придется прыгать. Свободная площадка. Всем приготовить бустеры. Так, а что это у нас подсвечивается? Контролируем снижение короткими выбросами. Нажмите 4, чтобы активировать систему приземления. Так. Нажмите F для падения, для безопасного спуска. При падении. Ребята. Слушайте, меня этому не обучали. Прыгай, Митчелл! Ну? Джерониму! КП должен быть впереди! Клёво. Слушайте, а мне нравится у вас. Повезло вам, ребята, вы так аккуратно приземлились. Оказываем поддержку подрывнику один. Они уже идут. Думал, что вас всех ухлопали. Где они? Два клика к северо-западу, квадрат 775. Хорошо, выступаем. Погнали, ребята. Видишь, кто такие, спрашивают, да? Да мы так мимо проходили просто. Всем смотреть в оба. Посмотри, что тут у вас происходит. Кто? Береги голову. Нормально. Че, все, у вас уже гусеницы не в моде? Это плохой? Че вы его не убиваете, я не понял. Ну как тут у вас? Весь город разнесли. А кто там еще? О, дроны? Это дроны. Вот дерьмо! Это матрица, да? Укрыться, укрыться! Берегите себя! Кто-нибудь залезьте на эту турель! Такс. Я за дверью спрячусь. Митчелл, давай на эту турель! Погружаюсь. Не подпускай к нам дроны. Нужно время, чтобы зарядить эми. Как стая насекомых. Заряд ЭМИ 50%! ЭМИ заряд полный! Огонь! Это ж сколько денег-то мы только что угробили. Дрон, это немало стоит. Ухо! Сюда! Неплохой костюмчик. Это я чувствую, скоро давай, эти роботы воевать будут. Нас уже сделали получеловек, полуробот. Да, ребята, в отель-то можно, и номерок еще снимем. Враг, нам враги на дротах! Что-то ребята быстро попадают. Ой! Зачем тебе эта указка? Нажмите 4, чтобы бросить спарт-гранату. Давай, давай! Ловите, ребята. О, подсвечиваются, зацените. Если что, это не чит. Это будущее. А у них нет такой технологии? Они же корейцы, по-любому должно быть. Куда ты побежал?
Эй, чё, вот так не подняться, что ли? Да ну нафиг, да и зачем, если можно просто прыгать? Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Без проблем, мы еще и летать умеем, да? Это стекло нам мешает. Живем только раз. Ну-ка, давайте. Посмотрим на вас. Чем проще, тем лучше, а? Вы... Митчелл, у нас точно весь город разнесли. Воздух из рюкзаков идет. Из костюма. Пошли. А не из других отверстий. Жесть, вот необычного человека прямо в войну. Первая миссия. Где обучение? Да еще и будущее. С такими технологиями надо бы инструкцию провести, что ли. Прямо по курсу. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты «Хавок». Северные корейцы разносят основные дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. Неплохая тут дырочка. Подрывник 1, это Барсук 01. Вы там? Прием! Вас понял. Принимаем. Идем пешком. Будем через 15 минут. Вас понял. Держим оборону. Прием. Понял. Поторопитесь, Барсук. А экранчик-то нельзя было поменьше сделать? А то ни хрена не видно даже, куда идти. Это дроны. Еще дроны? Разрешите, я его с левой пробью. Ах ты, добивал. Чисто. Это мой был фраг. Это у нас патроны валяются, да? Только они нам не нужны. Через вагон. А что у нас еще есть? О, пистолет на батарейках. Они пускают дым. Кидай сенсорную гранату. На тебе вам сенсорную. Сквозь стенку-то пробивает? Очень хорошо. Это вообще изи получается. Чисто! Да ж какой ты нафиг живучий? После такого точно не станет. Вот дерьмо. Эти твари всех убили. Не отвлекайся. Мы им уже не поможем. Митчелл, открывай ворота. Да, расплюнуть. Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Идем в важную персону. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Ну ты что такой дерзкий, слышь? Куда полю? Я еще даже стрелять не начал. У них лучшее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош болтать. Впереди движение. Патруль, кладем их. Погодите, ребята, как у вас тут боевые гранаты имеются, а? Опа-на. Что? Самонаводящие гранаты? Почему у вас еще пули не самонаводящие, я понять не могу. Целиться еще надо. Вы до такие технологии не дошли, что ли? Красивенько, красивенько тут. Жаль, что теперь всю эту красоту надо расстреливать. О, там пулемет херачит, ребята. Ну-ка, что у нас во втором этаже? Я уже это вкуриваю во все это дело.
Главное, если его не подстрелит. О-о-о! Около Вити! Ты там взорвал хоть кого-нибудь? Ничего не вижу, сенсор. Вообще тактичным становлюсь. Вот, нифига там ребята внизу еще. Эй, заканчивай. В соседнем здании, ребята. Что, чисто? Ой, не чисто. Ребята, мне бы потом зрение подкрутить и увеличить. Что, у нас тут боезапасы? Эй, двигайся на. Да он даже выстрелить не успел. Тихо, тихо, тихо. Хопа-на. Чисто, ребята. Подрывник один, мы здесь. Погодите, перекусить надо. Надо двигаться. О, смотрите, бекон. Они хотят забрать нашу еду. О, достижение, Кенни получил, ничего себе. Куда вы? Они уже лежат. Нет, меня этому не обучили. Я их язык не понимаю. Так что идем много. Да вы подускорьте свои костюмы, то чего так медленно идете? Нам нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. А когда у нас будет перекуп? Там пусковая установка Хавок. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так. Так. Я вижу их взрывпакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен, Уилл? Да. Я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем. Да их там немного. Куда палить-то сразу? А что, понятно все уже. Стелс тут бесполезен. Пана. Это вместо щита. Пацаны, держу щит, а вы их убивайте. Да кому я это говорю? Они ж боты. Сейчас мой. Вообще-то я думал, ты вниз полетишь. Наверх тоже хорошо. Ребята, я тут один воюю или чего? Смотрю, ты там хорошо учился. Беру за себя. Заряды, стойте, стойте, стойте. Берите. Стойте, я хотел красиво сделать. Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так. Смотрите, что я нашел. Так, все, надо установить взрывчатку на ту штуку. Она тоже сама наводится? Да хорош уже.
Иногда костюм меня не слушается. Слушай, двигайся давай. Перебегу сюда. Вражеская граната подбила нас. Юрик не все подрасчитал. Вас понял, сэр. Митчелл, за мной. Не пойду за тобой, ты мешаешься только. Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так. Все, я лучше здесь. Ах, вон они еще наверху находятся. Как так не всех замечаю? Там тоже есть? Где эти дроидики? Опа, сваливаем. Кончились что ли? Так, я понимаю, можно два раза нажать влево-вправо или просто shift, и мы вот так вот спринтуем резко. Вообще-то это неудобно сделано, потому что иногда случайно нажимаешь два раза влево. Да ладно, это мы потом новое обновление вкачаем в наш костюм и поправим. Все готово? Давай, подорвем ее. На, держи. Да как так-то? Ну давайте. Полное усиление костюма. Как так-то? Это что, еще железкой нам досталось? Ты видел, мне шифером прилетело. О! Рука! Рука тоже хочет домой.